В одном научном исследовании есть упоминание, что шоколад, а точнее какао-порошок, препятствует развитию кариеса. Например, японские ученые задумываются над тем, чтобы добавлять какао в зубную пасту. Это вовсе не значит, что если есть много шоколада, то зубам ничего не будет. В нем по-прежнему есть огромное количество сахара, которое оказывает обратный эффект. Здравствуйте! О погоде на воскресенье, 2 июля, расскажу вам я, Екатерина Быкова. Как сообщает гидрометцентр, по северным районам облачно. Днем плюс 20, ночью плюс 10. Скорость ветра до 6 метров в секунду. На юге Бурятии облачно. Будьте осторожны, синоптики обещают сильный дождь. Днем резкое похолодание до плюс 19, ночью плюс 13. Скорость ветра 7 метров в секунду. В Улан-Удэ также облачно. Возможен сильный дождь. Днем плюс 20, ночью плюс 13. Ожидаются сильные порывы ветра до 10 метров в секунду. С вами была Екатерина Быкова. Всем пока!